вот не меня. Хорошо, Настюха, но только после катки. Сейчас точно не до шлепаний. А, ты в том смысле? Тихо, пошло дело. А ну. 50, ребята, на базе. И сейчас филдов. Ебать. Волка. Ну, волка и все. Волка. Блять, волка. Есть, блядь, есть, по десятке. Вот не сбавил оборотов, пёр до конца, верил, блядь, в бонуску. Хотя, казалось бы, да, надо уже было выскакивать. По десятке он 200 тысяч одним махом. Ну нихуя, ребята, нихуя. Я почувствовал, что он не играл, а потом что-то начал показывать. И вот хуй его знает, ребята. Ну что, выпью за всех тех, кто реально... Лудики, не сбавляет своих позиций, прет до конца, хотя эта хуйня нас и топит по жизни, но все равно, блядь, за нашу вот этот, блядь, я даже не знаю, ну, короче, за нашу упрямость, где она, по сути, не нужна, просто выпьем за то, что мы такие духовитые и до талого прям. Все, ребята, давайте за вас. Я хочу, чтобы мое пророчество сбылось насчет X100. Я говорил, что там по X100 можно ловить, мое пророчество должно сбыться. Поехали. Ваше здоровье, накатим. Ну только сразу не топи, родненький, сразу не топи, можешь все-таки что-нибудь да поставить. Так, братка, сейчас подожди, давайте досмотрим. Хорош, открывай еще, открывай. Хорошо, блядь, открывай синего, кидай синего, кинь. Блядь, чуть не закашлял, ну прикиньте, ребята, как спугнул, а? Медведь есть. Хорошо, вилды пошли, вилды здесь, а? Это почти линия. Хорош. Туза. Есть туза. Блять, ребята, ну давайте, что ли, делайте вещи. Похуй, что не на X2, делайте вот здесь вещи красивые. Пойдет. Ну чё, одно совпадение куда-нибудь засунь. Есть! Все, это вилды. У нас все вилды включились. Ну, ребята, ну аурите любой смайлик, любую хрюшу. Нюшу, хрюшу. Я не знаю, кого-нибудь еще. Ставьте, пожалуйста, потому что чем дольше они будут играть, блядь, тем больше мы сейчас заебашим, потому что смотрите, спин какой, 210к, охуенно, плиз, вилды, так, добре, а теперь, братик, надо убирать вольтов, закакали все вольтами, закакали, блять, ну пиздец, походу шляпа, еще ретригер же есть, ретригер, блять, ну вольтов убери, а, ну будьте человеком, а, ну будь человеком, убери вольтов, ладно, убираю, говорит, или не убирают. А, убрал! Хорошечно! И здесь пойдет. Ну, опять вольтов, братик, опять вольтов. Убери, как раньше. Блять, прикиньте, почти ретриггер. Ну, ладно, 600к, пойдет нахуй. 600к, туза. Ладно. Все равно линия сюда на базу, линию на базу. Линия на базу, 106. Уже 700, правильно я понимаю, или нет? Ну, пророчество почти сбылось, родненькое, а. Ну, давай ты до конца сбудешься. Туза, вилда, любая шляпа. Пойдет. Открывай еще раз, по новой. Открывай по новой. Заиграй, синий, заиграй. Заиграл, блядь, заиграл. Заиграл, родимый. Смотрите на символ, который должен включиться. Если он начинает заигрывать сразу вот так, он начинает косоебить этого свинотку, то все, заиграл. Заиграл. Всех опять открыли. Жалко не на X2, но и похуй. Ставь. Ребята, он сейчас может X200 тогда сделать, если мы два раза их открыли. Только ставь филдов, родимый, а? И убирай вольтов. Есть контакт. Даму надо убирать, потом вольтами займемся. Сделай. Блять, ретриггер. Сделай ретриггер. Вот за всю боль. Луны нету, сделай ретриггер. Ретриггер. Нормально, ладно. Шагай. Блять, ребята, спин 200-300 тысяч. Волка. Можно одного волка пробросить влево, а потом вилдами заколотить. Давай, одного волка влево. Ну ладно, я вообще молчу. Молчу, ты хороший человек. Нормальный, пиздатый ты мужик, блядь. Вот теперь, пожалуйста, ну сделайте ретриггер. Ну мы охуенно будем смотреть 16 спинов. Люди, блядь. Люди, сука. Ой. Ну нахуя, да? Ну и так, ладно, он нормально. Ебашит уже лям, ребята. Ну может еще и даст ретриггер. Кто его? Давай только, братик, не дохай. Есть, вилды включились. Один включился, второй включился. Все работают. Блядь, не работают. Не заиграл. Ну все, что ли, сдох? Вот, ребята, ну про что я вам говорил? Ну, сука, а? Ну как воду смотрел? Лям, говорю, будет, и оно потом дохает. Ну, блядь, смотрите, какая падла. Все, сейчас он пустые будут спины, стопудово. Я уже их выучил. Угу. Ну, сейчас ничего не будет, развития событий не будет, он сейчас просто уйдет. Вот так. И сейчас пустой спин. О! Но пророчество сбылось, блядь. Вот так, ребята, ну как вот...
Ну как вот, блядь? Сыграй! А, ну свиньи-то все открыты, охуенно! Это свинья мимы! Вот как... Я ж про это говорил! Пизда! Второе пророчество, сбудься! Сбудься, второе пророчество! Сука, блядь! Ладно, ладно, скрин делайте, пойдет. Лям, блядь, лям! Х100 по 10 тысяч. Запишем на конкурс. И, блядь, у нас лишь только 2 800. Нам надо еще хотя бы лям. Ребята, пойдет нахуй.